Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова Дровивка. И мы продолжаем делать обзоры на игру Mad Rocket, которая вот только вышла. Буду я ее выкладывать именно обычным своим голосом, потому что здесь нет смысла торопиться. В клешке, если там время, то здесь, в принципе... Короче говоря, этот ролик будет посвящен сейчас онлайн-атакам. Как видите, я, в принципе, прокачал штаб до 5 уровня и качаю сейчас, стараюсь все прокачать по максимуму. Ну, все пушки, естественно. То есть мне вот эту надо, вот эту... А, нет, эту не надо уже. То есть вот эту надо и вот только эту, короче, надо прокачать. Насчет расстановки. Здесь своя тема, короче. Пока я еще сам не допонял, как надо сделать так красиво. Пока у меня вот такая вот она, берут все время на 2. На 3 еще ни разу не брали, потому что слишком большая она, и как бы просто времени не хватает добить до 3. Но если вы тоже в нее играете, можете поделиться своими, так сказать, моментами в плане, как лучше, допустим, куда его прятать. Потому что когда вы уничтожаете главное здание, открывается вся карта. Ну, блин, это я потом буду думать как-нибудь. А, за каждый уровень повышения штаба дается какое-то количество еще вот правка. То есть это вот нижняя кнопка. Тут можно, короче, прибавлять еще здание, чтобы место, короче, на карте появлялось. Что еще здесь? Как вы видите, я лигу поднял уже до первой бронзы, с третьей бронзы до первого уже поднялся. Что тут еще? Дают подарки. Сегодня дали нормально подарков. Я уже, короче, сегодня получил 600 алмазов. Так и не понял, за что это, за предрегистрацию это было или за это, не знаю, за что, не понял. Но, наверное, за предрегистрацию. Уже 3, короче, у меня этих строителя. Очень похоже на Clash of Clans. Всеми практически этими, как его, алмазы, строители. Щит тут, правда, другой. Тут, короче, почему-то 6 часов всего дается. И тратится он очень быстро. Так, ладно, давайте начнем играть. Значит, тут есть, как я говорил, одиночные карты. Я, короче, ее не очень пока хорошо прохожу, но в дальнейшем, естественно, буду перепроходить. И, наверное, сделаю отдельный ролик именно по этой теме. И как раз, если вы тоже играете в эту игру, то мы с вами можем обмениваться, так сказать, своим опытом. А я потом буду добавлять ваши комментарии, естественно, в видеоролик. Так, что тут еще я хотел сказать-то? Вот как я понял, вот это оружейное. Улучшайте по-любому вот этот вот самолетик. Им реально уничтожать вот эту воздушную оборону. Потом вот эту тоже надо и вот это. А эти два солдата, ну они, в принципе, качаются, но большого толка пока от них не заметил. Так, что еще-то тут можно сказать? Тут есть, короче, клановый. Короче, с 5 уровня открывается вот дом клана. Я сейчас нахожусь в каком-то... Ну, тут, короче, всего 2 человека. И если вы уже играете в эту игру, и у вас есть свой клан, допустим, тогда напишите мне название его, и я к вам тогда вступлю в любую месть. Потому что здесь, короче, чувак, походу, не играет. Он просто создал и забил на него. То есть, так что вы имеете в виду, если что, пишите в комментариях, я приду к вам, будем вместе играть, учиться, так сказать, помогать друг другу. Игра новая, поэтому... Ладно, начнем подбор. В подворье тут что отстой, тут, во-первых, очень мало ресурсов дается. То есть чересчур мало, вообще не хватает, даже поиск 150 стоит. То есть 2 раза, грубо говоря, посмотрел, попоискал, в итоге вон. Я уже в первой лиге, получается, ну, бронзовый, правда. Ну, блин, ресурсы-то 167-123, ну что это такое, вообще полный бред. И вот приходится вот по таким говнянам этим искать. Ну, давайте на эту, потому что у нас, в принципе, больше как бы и нету. То есть тут еще что, какое большое отличие от клешки, то, что здесь энергия, грубо говоря, ну, бензин, то есть на атаке. То есть ты не можешь атаковать. Тебе надо подождать какое-то время, пока она все заполнится. Вот это, конечно, косяк. Ну, с другой стороны, в принципе... Так, нападаем мы на 6-го. Не потому, что у него маленькие левелы, или потому что я беру дрищей. Так, ладно, начнем. А потому что у меня монет просто уже нету. Еще здесь, конечно, отличительная черта – это время. Тут надо все быстро очень делать, потому что времени категорически мало.
Так, ну давайте вот сюда вот долбанем. Так, выпустим солдат. Солдаты идут. Хотя надо было их в другую место, конечно, поставить. Ну ладно, сейчас их уничтожат уже. Так, есть. Так, все открылось. Теперь нам надо по-бырому все это уничтожить. Самолет стреляет только с одной стороны, и ракета тоже с одной стороны. Поэтому воздушная оборона, она как бы все время, грубо говоря, ты на оборону попадаешь. При улучшении солдатиков, естественно, их количество увеличивается. Все. Если вы успеваете за время, то вам дается... ящичек. То есть все ресурсы даются, естественно, которые ты стырил, плюс еще ящик дается, из которого попадаются детали. Детали зависят от того, сколько ты взял еще, конечно, звезд. Если на одну там какой-то маленький ящичек, на две побольше, и на третий там самый большой, типа, с хорошими деталями. Но на самом деле, знаете, я эти детали как бы сейчас пока не тратятся они никуда в основном. Потому что надо много очень денег, ресурсов. Что еще? Здесь щит, короче, если пропал, то на вас могут напасть прямо во время игры. То есть просто вас выгоняют сразу. То есть нету как в Clash of Clans, там, допустим, вы играли очень долго, да, у вас там щит, да, жители должны передохнуть, и вас просто выкидывает игра. Здесь вообще ничего не пишется, здесь просто выкидывается. Я, короче, тут как-то прошел карту одиночную, набрал нормально ресурсов, ну, там за, вот, за них дают нормально, то есть 8600 плюс 6000 этих или, монет вот этих, ну, типа, не эликсира, а... за который ты улучшаешь, так, значит, короче, тут две линии, как бы, за золото вы улучшаете солдат своих, и вот, как бы, помощь во время карты, ой, то есть во время боя, которыми пользуешься, а за вот эти вот, энтерниум, это улучшение всего остального, то есть, улучшение пушек, улучшение здания, это к этому относится, а за золото, это, как бы, для улучшения войск и мин. То есть, как бы, вот такая тема. Тут то есть, тоже такая есть фигня. Так, ладно, давайте. Ну, то есть, свои новинки, конечно, да. Но, короче говоря, я к чему? Набрал я как-то, прошел карту. Набрал нормально. Две звезды взял. Там за две звезды дают, эти, как все ресурсы. И меня сразу выкинуло. И чувак на меня напал. И практически, ну, не все забрал. Ну, нормально, короче, стырил. Вот это, конечно, косяк. Так, ладно, давайте продолжим дальше. Посмотрим, может, нам повезет. Нет, я так вижу, нам не повезет нифига. 753, но при поиске, короче, времени нету, можно, короче, это, подождать, посмотреть. Так, у него тут база-то, в принципе, такая, да, тоже интересная. А, при повышении ранга, короче, карта не показывается. То есть, не видно, как она выглядит, и ты просто нападаешь, если побеждаешь, то ранг повышается. Ну ладно, давайте нападем на него, фиг с ним. Вот вы не можете сражаться с противником. Почему? Тут я вообще не понимаю. Это я не знаю, почему происходит. Либо это лаги какие-то, либо... ну, видимо, это лаги, короче говоря. Потому что опять что-то не ищется ничего. Ой, она вообще даже это, то есть... даже не выходит уже. То есть все вот зависло оно, по сути. Это, наверное, лаги игровые. И, видимо, скоро обновление выйдет еще, которое пофиксит их. Потому что проблема еще есть с тем, то, что зайти невозможно. То есть в Clash of Clans раз нажал, и через 2 секунды ты зашел. Здесь можно подождать и 5 минут. То есть она будет загружаться, главный экран будет 5 минут загружаться. Но это же бред полный. И вот эта вот фигня сейчас у меня началась. Интернет у меня стабильный сейчас, благо. Хотя я сейчас трафиком немножко перемудрил. В предыдущем ролике говорил об этом. Слишком много повыкладывал. И в итоге у меня, короче, это как... Сейчас осталось всего 10 гигабайт. На 2 недели мне надо как-то... подстраховаться, но я частично буду выкладывать все равно ролики, может в немного худшем качестве, не знаю, посмотрим. И фильмы я, в принципе, уже залил, 7 фильмов, так что еще их выложу,
Короче говоря, канал не будет пустовать 2 недели. Все равно буду выкладывать что-либо. Короче, вот видите, да, вот он завис. Вот зараза, вот что делать теперь? И самое главное, не выйти нельзя. Так, вот назад, да? Блин, назад не нажимается. Можно только посмотреть эти, как его. При повышении оружейной, то есть, ну тут написано, конечно, штаб 6-го уровня нужен, но при повышении и оружейной, и штаба, естественно, появляются новые феньки прикольные, которые мы также будем с вами потом просматривать и играть, естественно, ими. Вот у меня есть еще вот этот, как его, это дрон. Он, короче говоря, типа, он ничего не делает, он просто показывает карту. Не очень большой у него этот, как его. Ну, наверное, если его прокачать, то можно его и это. То есть радиус будет большой. Ну, а так, в принципе, не очень. А этот, короче, у него, это типа как гиганты, это у нас типа как лучницы, но, естественно, при повышении уровня они прибавляются и в количестве, и жизнь у них прибавляется. Но здесь у этого, короче, самолет, который доставляет очень мало жизни, его все время сбивают. У этого намного больше, почти в 10 раз. Этот, короче говоря, уничтожает по площади, но очень классный. То есть, если его качать, вот он воздушную оборону вообще сносит нормально. Эти тоже надо качать, потому что они большой, много вылетает сразу ракет, и большой урон, плюс жизнь у них тоже. Короче говоря, мы с вами, товарищи, застряли в одном месте, и я никак не могу выйти отсюда. Да? А, нет, смотрите, смог. Так, давайте попробуем тогда еще раз. Получится, нет? Короче, не получается, не знаю почему, наверное, какой-то косяк. Тогда на этом мы с вами закончим пока. И потом, когда... Когда получится, опять запишу, ну, потому что, ну, это бред сидеть, да, ждать столько времени. Так, и как раз пусть нападут на меня, так и фиг с ним. И да, в принципе, будем продолжать в нее играть потихонечку. Все, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы находитесь в каком-то клане уже, где активные игроки, или, допустим, создали, и вы там один, допустим, но активный вы игрок, то есть заходите через день, там, через два, то пишите название своего клана, я обязательно к вам постучусь и приду, потому что, блин, ну, я тоже хочу в нее начать играть, и, как бы, блин, просто чувачок, то есть, ну, сколько он только один день назад был, то есть, и не заходит, а что сидеть в таком клане, в котором ничего, там просто в клане, если проходишь, звезды собираешь, там тоже дают бонусы всякие интересные. Все, тогда прощаюсь с вами ненадолго, и до новых встреч. Пока-пока.